за этот зимний обильными осадками сезон силами муниципального предприятия МКУ «Спецавтотранс» вывезено 572 тысячи метров кубических снега и снеговых масс. Сейчас с наступлением потепления мы приступили к освобождению бордюров от зимней наледи. Осуществляем отгрузку снега самым оживленным магистралям. На сегодняшний день уже пройдены такие улицы, как Столиваров, Парковая улица. Работали на Ленина. Сегодня техника на Городецкой, на Шекснинском. И подрядчик работает, металлургов и проспект Победы будут убирать.